Он очень сильно был расстроен, поэтому вот на эмоциональном фоне так выразился. Ну ты на такой должности и немножко как бы с людьми надо помягче, помягче. Я стою на службе занятости, меня сократили. Вы здесь живете? Да. У меня двое детей несовершеннолетних. Муж инвалид. Задача глава поставил, значит, через 3 года должно быть 20 детей дошкольного возраста. Очень-очень рад, как эта встреча прошла. Что пришли к какому-то компромиссу, что так не уехали и ничего не решили.